обращение главе республики Башкортостан Хабирову Радию Фаритовичу. Я Искалин Виктор Яковлевич. Вынужден обратиться к вам с просьбой разобраться в сложившейся ситуации с транспортным обслуживанием маршрутов номера 298 и 272, где я и являюсь официальным перевозчиком. Ваши требования по обновлению автопарка и исключению транспортных средств марки ПАС мною были выполнены. Нами были закуплены автобусы в количестве 35 единиц среднего и 2 единицы большого класса. Однако граждане Клебанов и Хмарин разрешительные документы на обновленный автопарк нам не выдают. Саботируя тем самым в первую очередь ваши поручения и устанавливая мне, как предпринимателю, препятствия по осуществлению мною законной предпринимательской деятельности, на сегодняшний момент я не могу уже убрать пазики старого типа, потому что у меня нет разрешительных документов, которые не выдают Хмарин и Клебанов на новые транспортные средства. Ссылаясь на ваше недовольство, с помощью лжи и подлости Клебанов и Хмарин отобрали у меня карты маршрута номер 298, без которых осуществление пассажирских перевозок невозможно, и передали маршрут, который обслуживал я, в ГУП «Башавтотранс». Такое поведение чиновников явно дискредитирует действующую власть. Все это похоже на рейдерский захват. Я буду продолжать бороться за свои права и права своих работников, которые на сегодняшний день, благодаря указанным выше людям, остаются без средств к существованию. Также хотелось бы иметь понимание будущего развития транспортной инфраструктуры в нашем регионе, поскольку на сегодняшний день вы выставляете одни требования, а ваши подчиненные делают все в точности да наоборот, что приводит только к конфликтным ситуациям, от чего в первую очередь страдают пассажиры. Люди не могут не добраться ни до работы, ни до дома. Обращение к вам вынужденное. Я не хочу остаться крайним